В городе Алматы соседнего Казахстана подземные колебания вызвали панику. Школы и детсады отправили детей домой, в то время как их родители стояли на улицах у домов или офисов. Тем временем, как многие жители начали выезжать из города, создав 9-10-бальные пробки. Начальник ДТС Алматы Нурлан Атыгаев сообщил, что в ближайшее время возможны авторшоки, и рекомендовал горожанам оставаться в пунктах сбора. В это же время по тревоге подняли солдат из воинских частей для выполнения задач во взаимодействии с МЧС по оказанию помощи в населению Алматы.